Будьте здоровы, ребят. Стала нагреваться в избушке потихоньку. Кашу рисовую сейчас разогрею со свининой, чтобы наш корешка поесть. Если хочется очень сильно. И чай еще у меня есть в термосе. То есть варенье. Вода растопится. И водички с вареньем наведу. Жажда просто мучает очень сильно. Сегодня буду обдирать. Отойдут немножко. Изба практически прогрелась. Единственное, вот эти дальние углы, они дольше все равно прогреваются, дерево. Ну, я думаю, что еще полчаса и будет вообще Ташкент. А я уже в штанах тонких. Времени у меня еще предостаточно. Сегодняшний день был очень удачным, на мой взгляд. Будьте здоровы, мужики. Хорошо здесь, тихо, спокойно. Можно собраться с мыслями, задуматься о чем-то важном. Потерял сегодня много воды. Прям пью и пью. Восстанавливаюсь. Пятая куничка, ребят. Готова раздеться. Для разделки использую финку мартини. Черный лесоруб, вроде она называется. Отличный нож. На самом деле. Очень хорошо подходит для разделки. От куницы до лося, в принципе.
Коготки не снимаем. Перекупщики сказали, что можно без коготков. Поэтому не заморачиваемся. Еще нам часа за полтора я раздел. Может даже за час, не знаю, не засекал. 4 штук. Раздеваются быстро. Когда когти снимать не надо, очень быстро раздеваются. Вот так вот, ребята. Все, еще ружье почищу, печку подкину на ночь, книжку почитаю и буду спать укладываться. Шкурки складываю в пакетик, провилок тут нет, и на мороз вынесу, промерзну, потом оттаю. Оттаю и на провилке уже дома. Стрелял сегодня раз, ребят. Даже после одного выстрела. Ружье лучше протереть стволы у меня. Немножко сделал, патрон заклинило. Остальные патроны прочистим ствол. Не буду разбирать. Стрелял с левого. Подтолкаем тряпку на масляную. Остовато. Пахнет немножко порохом с ружья. Приятный такой запах для любого охотника. Птиц сегодня не видел вообще. Не видел, не слышал взлетов. Как обычно идешь, рябчики взлетают. Сегодня нифига. А свинцовочка есть, конечно. А то уже домой придем. Металлическим ершом удалим ее. Ну и на ночь две пульки. Так, на всякий случай. Проснулся я, ребят. Сережу собрал. Сейчас покушаю. Позавтракаю и двигаюсь дальше проверять капканы. Ночью вроде поспал. Часов 8-то точно поспал, наверное. Давай. Позавтракаем и в путь. Ну все, друзья, двигаемся дальше. Наверное, километров 6 мне надо сегодня пройти. Да, где-то так. Ну, до дороги, до того места, где меня вчера высадили лесозаготовители. И там еще. В общей сложности, но тоже десятка где-то. Так что вперед из песни, ребят. Надеемся на новые результаты.
Ну что, друзья, товарищи, еще куница висит. Вон там он, капканчик. Небольшая вроде. Седьмая за проверку. Куница за куницей, ребят. Всех, наверное, переловили на участке. А нет, всех-то, конечно, не должны. А видите, что творится? Тут задняя лапа попала. Она обосралась вся. Наверное, можно проволоку открутить. Так и осталось. Обеими лапами задними выскочила. Сейчас надо постараться ее разжать. Капкан-то сильный. Новый капкан. Друзья, товарищи охотники, мне сегодня просто будет не донести. Еще одна попала. Восьмая уже за проверку. Охренеть. А, там висит. Восьмая куница, ребят. Было ли у вас когда-нибудь такое? Лично у меня только по 7. Максимум 7 попадалось. Вот вон восьмая висит. Может, нынче миграция какая-то. Может, еще что-то. Я не знаю, почему так-то. Вот. Если не верите мне, смотрите, вокруг никаких следов нет. Куница висит. Мне не донести сегодня будет, наверное. Да, дела делишки. Охренеть. Охренеть. Вот это пруха, да? Ладно, сейчас сниму ее. Сниму куничку. Двинусь дальше. Еще проверять-то порядком. Какая красота, ребят. Не знаю, передает ли камера, но небо очень красивое. Девятая висит. Язык на плечо. Проваливаюсь сантиметров на 30. Вон там. Повесилась. Двумя лапами. Ну все, друзья, товарищи, вышел я на лесовозную дорогу. Сейчас меня Леха встретит на машине. Немножко уже осталось, метров 300 до него. Иду тихонечко, устал вообще. В общем, итог охоты. 9 куниц, одну из которых сожрал хорь. Целых 8, короче. И хвост забрал с одной куницы. Больше ничего интересного. Глухарка взлетела рядом. Не успел камеру достать из лунки. Можно было стрелять, но я шел там таким местом, что лишнее 500-600 грамм уже тяжело просто на себе нести. Проваливаюсь сильно. Проваливаюсь сантиметров на 25. Его счастье, сейчас меня повезут на машине. Давайте, друзья, желаю вам таких же удачных охот.
будьте здоровы. Храни вас Бог. Всего вам доброго.